В начале было слово, и это слово было Майнкрафт. Еще до зарождения жизни на Земле, до рождения большинства игроков Майн, она обрела популярность. Вернемся в те далекие времена, когда ваши родители только бухали в подъездах. Бог по имени Ночь написал Майнкрафт на Java. Майнкрафт не требует от игрока интеллекта и вообще способности думать. Здесь вы вольны делать то, что захотите. Официальный релиз Майнкрафта состоялся 18 ноября 2010 года, а классическая версия вышла еще в далеком 2009 году. Для многих будет открытием, но на самом деле Майнкрафт является не полностью оригинальным продуктом. Предшественником Майнкрафта был Infinity Miner, созданный американским разработчиком Закари Бартом в 2009 году. Эта игра представляла собой многопользовательскую соревновательную игру, в которой игроки, разделившись на команды, должны были искать и добывать руду в процедурно сгенерированном мире, чтобы вывести их на поверхность и получить за это очки. Да, детишки, даже тут сходство больше, чем в случае с Майнкрафтом и Копателем онлайн. Тестовая версия игры Персона изначально имела название Cave Game, позже он ее переименовал в Minecraft Order of the Stone. В дальнейшем Персон сократил название до Minecraft, чтобы не было возможности путаницы с этим комиксом. В течение месяца после выхода первой тестовой версии Персон добавил в игру физическую симуляцию песка, воды и лавы, а также примитивное динамическое освещение. Спустя еще месяц он начал тестирование многопользовательского режима. Сам Ночь считал, что игра должна развиваться в сторону симулятора выживания с элементами ролевой игры, предлагая игроку не только конструктор, но и интерактивный фэнтезийный мир. Он размышлял над тем, чтобы Майнкрафт давал игроку какие-либо вознаграждения за определенные действия, только ходить по миру игры с точки зрения Персона было неинтересно. Позже наш любимый Ночь решил по совету Мака поднять бабла. Он перестал поддерживать бесплатную браузерную версию Minecraft Classic и решил продавать версию с нововведениями на официальном сайте. Так Персон перешел на темную сторону силы. Обновление! Он продал Майнкрафт и ушел бухать! Билл Гейтс, привет, Ночь, пока! Обновление! И вот вся история Майна за две с хером минуты.